Здравствуйте, друзья, подписчики. Вот сегодня мы возим на кобыле Маруси солому. Сегодня было 5 градусов мороза у нас. Выпал снежок. Решили запрягчи ее в сани. Вот нагрузили. Но уже 2 часа дня, уже асфальт посыпали солью. Ну, Маруся, сейчас заедем. Уже 2 часа не были. Покормим жеребенка ее. Пусть кушает. Соломка хорошая, ячменная. Хоу! Пррррр, Маруся! Пррррр! Сейчас привяжем ее. Пррррр! Стоять! Стоять! Вот, выпустили сокола. Пусть перекусит, браток. И будем работать дальше. Холодно его, мы не хотим еще морозить. Давай, сокол, кушай. Два дня его не выпускали. Сейчас отдыхнет. И он еще не терозаглобли в гусанях, не понимая, что такое. Но приучим. Сокол, кушай. Давай, жулик, молодец, красавчик. Сейчас сиську пощет. И мы его на полчаса на прогулочку возьмем. Мамкино молоко вкусно. Без передышки сосет. Давай, Маруся. Сокол, давай. Уже кушать захотел. 2 часа даже больше. Солнца мало уже. Отлега пошла уже где-то плюс 2. На траве сразу растала. Ну пусть наш любимчик пробежит. Ну, а Маруся! Нам еще немножко провести. Хоу! Приедем, у стажок сложим. Давай, сокол. Будет накормлено. Сокол, давай. Приехали в деревню.
Заходите, друзья, на канал. Подписывайтесь. Все, до свидания.